И о спорте во время войны будем говорить далее. В нашем эфире Стелла Захарова, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике. Стелла Георгиевна, рад вас видеть. Приветствую. Здравствуйте. Это взаимно. Взаимно. Да, но в начале нашего разговора я хотел бы назвать страшные цифры. 262 спортсмена, украинских спортсмена, Россия уже убила. 363 спортивных объекта в Украине разрушено. О многих потерях нам на данный момент еще неизвестно. Сколько еще спортсменов, можно только представить, из-за травм и ранений уже не смогут выступать на соревнованиях. Мы не можем представить. Как вы, Стелла Георгиевна, на данный момент оцениваете масштаб катастрофы, масштаб потерь для украинского спорта? Вы знаете, я из тех, понятно, что я оцениваю очень тяжело, очень сложно. Это боль, это трагедия. Это ребята, которые могли бы принести нашей стране медали, прославлять. У этих ребят еще вся жизнь впереди, спортсменов наших. Поэтому, конечно, та боль неощутимая, которую переживаем мы и вся страна сегодня, она о многом говорит. Да, и это боль, которая разрывает сердце, это непостижимо. И невозможно представить, как после такого спортсмены из России и Беларуси, пусть и под нейтральным флагом, могут принимать участие в Олимпиаде и соревноваться с другими спортсменами, с украинскими спортсменами. И известно, что наши ребята и вы, Стелла Георгиевна, в том числе записали видеообращение главе Международного олимпийского комитета Томасу Баху. Давайте посмотрим сейчас это обращение. Мы, спортсмены Украины, обращаемся к президенту Олимпийского международного комитета Томасу Баху. Компромиссов нет и не может быть. Только жесткие меры и только полная изоляция. Мы требуем не допустить участия в Олимпийских играх 2024 года спортсменов из России и Беларуси. Хочу обратиться к Томасу Баху по поводу спортсменов русских и белорусов, чтобы не допускать их на международную арену, чтобы они нигде не выступали. Это личная просьба от ветеранов киевского «Динамо». Добрый день. Мое обращение к Томасу Баху. Я Оксана Баю, олимпийская чемпионка, чемпионка Украины 1994 года. Томас, сейчас идет широкоразвернутая, широкомасштабная война, которую мы не начинали, украинцы. Помогите нам. Я Роман Зазуля, футболист, волонтер, основатель фонда «Народная армия». С 2014 года я понимаю, что такое война, поэтому от всего футбольного сообщества хочу обратиться в Международный олимпийский комитет с требованием не допускать российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду 2024. Также на все международные соревнования. Не будьте причастны к геноциду украинского народа и украинского спорта. Дорогой Томас Бах, я хотел бы выразить свою озабоченность по поводу вашего решения. Я призываю вас пересмотреть свое решение о допущении российских и белорусских спортсменов к участию в международных олимпийских соревнованиях. Я Андрей Лунин. Я требую не допускать к участию в Олимпийских играх 2024 года спортсменов из России и Белоруссии и этим показать всему миру солидарность и поддержку Украины, которая изо всех сил борется за свое будущее и независимость. Ну, звісно, ми всі в Україні розуміємо, що казали наші хлопці. Звісно, ми всі в Україні розуміємо, що говорили наші ребята, спортсмени, але в першу чергу ми зараз звертаємося і к русскоязычным гражданам во всем мире. Нас смотрят более чем в 60 странах. И, может быть, кто-то не понимает, почему нужно изолировать российский и белорусский спорт. Вот вам ответы. Почему? Компромиссов не может быть, только полная изоляция. Хотим еще раз повторить это. Как вы полагаете, Стелла Георгиевна, эти требования будут услышаны? Вы знаете, если мы сегодня такие месседжи кидаем, спортсмены Украины, ведущие, вы видели, какие имена обращения сегодня наших ребят, которые знают и ценят
и уважает весь мир. Это звезды мирового футбола, это звезды мировой гимнастики, это звезды мирового фигурного катания, это олимпийские чемпионы. Это боль этой души, которую мы сегодня посылаем к Томасу Баху, для того, чтобы он нас услышал. И для нас это очень важно. Мы сегодня понимаем, что Международный олимпийский комитет снял с себя обязанности все. И как бы эти все обязанности перенес на международные федерации. Точно так же, как и наш министр сегодня спорта Гуцаев, все обязанности снял с себя и перенес на наши национальные федерации, для того, чтобы не отвечать. Но во всех международных федерациях сегодня находятся русские представители, которые лоббируют интересы русскоговорящих русских и белорусов, для того, чтобы они выступали на международных соревнованиях и Олимпийских играх. Так неужели сегодня, когда умирают наши спортсмены, вначале мы об этом сказали, когда умирают наши граждане, мы, спортсмены Украины, должны без боя, без борьбы сдаться и дать им возможности выступать? Это неправильно. Где позиция сегодня министра спорта Гуцайта? Почему-то он стал в позу страуса. Знаете, голову закопал в песок и не хочет видеть и слышать, как мы боремся. Сегодня президент страны поддерживает. Сегодня тысячи, миллионы людей по всему миру нас поддерживают и кричат о том, что мы не можем допустить до этого. Неужели сегодня так хладнокровно надо отпустить эту федерацию, и мы, украинцы, должны сидеть и смотреть, как завоевывают медали и пустить их на Олимпийские игры русские и белорусские спортсмены? Знаете, где же эта справедливость? Стелла Георгиевна, вы очень справедливо отметили, что это не просто, да, ребята со двора там в футбол играют и записали обращение. Это действительно легенды, это легендарные наши спортсмены, которых знает весь мир, которые их видели на пьедесталах, которые побеждали. И когда звучал украинский гимн, поднимался наш национальный флаг. И теперь эти всемирно известные титулованные спортсмены действительно записывают это обращение. И ведь это же не впервые. Я хочу напомнить, несколько месяцев тому назад наши спортсмены уже обращались с письмом к Томасу Баху. И тогда, как мне кажется, очень точно, точнее не скажешь, высказался наш легендарный боксер Владимир Кличко. Тоже записал видеообращение. Я процитирую, что он тогда сказал: «Россияне – олимпийские чемпионы в преступлениях против мирного населения. У них золотая медаль за депортацию детей и изнасилование женщин». Вот что сказал тогда Владимир Кличко. Но, к сожалению, опять же, почему-то этот вопрос еще до конца не решенный. Опять же, наши спортсмены записывают видеообращения. Опять я был поражен. Вот сейчас на недавних теннисных турнирах в Штатах выступает российский теннисист под нейтральным флагом. А мы знаем, что как раз на теннисных турнирах раньше была и вот эта вот убийственная символика, там появлялась Z и V. Непостижимо. Я надеюсь, что сейчас мы будем услышаны, потому что вот этот спортивный фронт, это тоже очень важно, ну не просто тоже, а это очень, это мега важно, это здесь нельзя проиграть. Точно так же. Андрей, это необходимо нам сегодня. И мы должны сегодня как можно больше кричать. И если Томас Бах сегодня не слышит нас, а спихнул это все на международные федерации для того, чтобы снять с себя ответственность, значит, он должен уйти в отставку. И не принимать, раз не хочет принимать решение жесткое, когда видит о том, что как мы обращаемся к ним, спортсмены Украины и мировые звезды. И мне так кажется, еще хочу добавить, что сегодня министр спорта должен более жесткую позицию занять, а не спихивать тоже на национальные федерации, которые потом, если они будут выступать в квалификационных соревнованиях и лицензионных на Олимпийские игры, будут их решать статуса национально. Это неправильно. Услышьте нас. Еще раз к вам обращаемся мы. Спасибо. Я уверен, этот призыв обязательно будет услышан, потому что иначе, ну, не может быть. Спорт
честный спорт обязательно победит, ведь именно на этом основывается вообще все олимпийское движение. Спасибо, спасибо, Стелла Георгиевна. Стелла Захарова была в нашем эфире, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике. Спасибо. До свидания.